взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Иван Кутузов, 9 лет. Мне кажется, что люди должны жить в мире и согласии друг с другом. Они должны понимать друг друга. Если согласие исчезнет, то начнется война, и тысячи людей отдадут свою жизнь. А этого нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому надо жить в мире и понимании. И тогда все будет хорошо, и все будут счастливы. Должен быть мир на земле. Обязательно должен быть. Взрослым о важном.